ограждение установлено рядом с детской площадкой. Детская площадка находится вот сзади. Кому принадлежит вот эта огороженная территория, неизвестно. Во время приезда президента Путина ограждение сняли, после уезда, отъезда его установлено вновь. За этим ограждением фундамент положен, но ничего не строится порядка где-то уже 10 лет. По слухам, эту территорию арендовал неизвестный человек, возможно, организация. Постоянно за этой территорией есть пролом, в который местные жители ходят по малой нужде. И все это находится рядом с детской площадкой. На детской площадке экспромтом распивочная. Здесь постоянно какие-то темные личности распивают, отдыхают, спят. И все это на детской площадке.